Папа, ну-ка обгоняй вот этого ишака. Что это за костюм? А это бабушка купила. Мог бы одеваться попроще. А кого мне стыдиться? Окружающих, что ли? Человек, папа, должен быть индивидуальностью, личностью. А вы все стараетесь рядиться друг под дружку. Не дай бог выделиться один над другим. Да-да. Поэтому ты у меня со всех сторон такой зашоренный, застегнутый. Только не говори, что в юности у тебя лишних лаптей не было, и ты навоз грузил вилами. Не грузил. Но такого костюма у меня до сих пор нет. Сделай. И в школу, на автомобиле. Я тоже не ездил. Топай пешком. Давай, давай, давай. Полезно. Это плебейская черта, папа. В плохом настроении рычать на людей. А ты только попробуй сегодня вечером прийти поздно. Философ.